забивать надо! Которого не было видно полчаса, открывает счет на Энфилде. 1-0. Делает очень интересным этот матч. Вот так вот моменты создает одна команда, а забивает другая. Чудная трехходовка. Ушел со своего фланга. Все никак не дают ему пас. Вот дали, когда уже нельзя было не давать. Не знаю, там какие взаимоотношения в коллективе Арсенала между футболистами. Гол Краши, который он первый забил в премьер-лиге, или этот? Конечно же, этот. Пехол! Вот это гол на Энфилде! Какой мяч забивает! Где забил? На Энфилде! Давай, хитрик! Ес, 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 ес! Получи, как вот бывает в футболе! Показывает, три забил! Как так бывает? Потрясающе, а! Просыпайтесь все, кто уже заснул. Такое бывает тоже, может быть, раз в жизни. Футболист сбивает на Энфилде. Делает хет-трик в прямом эфире на наших с вами глазах. Мы же не видим, а теперь видим. Побежал забивать Покер. Если он забьет... Это покруче, чем Челси-Ливерпуль 4-4. Покер на Энфилде вмешивается... В борьбу за чемпионство. 7 мячей. Жест года. Просто жест года вот в нашем...